Азербайджанская община в Нидерландах провела в Гааге санкционированный пикет. Об этом сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой. Соотечественники, проживающие в Нидерландах, выразили протест против широкомасштабной военной провокации, совершенной вооруженными силами Армении на государственной границе Азербайджана, проводимой ею агрессивной политики размещения мин на азербайджанских территориях. Участники акции подняли правый голос в связи с судьбой без вести пропавших азербайджанцев, привлекли внимание общественности и политических кругов Нидерландов к фактам, препятствующим миру в регионе. Активное участие в пикете, состоявшемся по инициативе Объединения азербайджанских женщин Европы «Анаветем», приняли также Конгресс азербайджанцев Бенилюкса и Азербайджана-Нидерландское общество «Одлар-Юрду».